Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Distant Worlds 2 на максимальной сложности за людей. И если ты внимательно смотришь это прохождение, то заметил, что с последней серии прошло несколько лет. Потому что у меня в двух сериях, которые я снял, наглухо запоролся звук, но в них ничего принципиального нового не произошло, поэтому я их не стал переписывать. А купить эту и другие игры со скидками часто дешевле, чем Steam, можно в strateg.shop. Попытался я отбить колонию, отхватил, отступил. Комп напал своим флотом, был уничтожен. Я попытался после этого провести контратаку. Он подтянул новые силы уже, я опять отхватил и отступил. То есть, в принципе, конец той серии, которая на канале была выложена, были мы в той же самой ситуации. У него там какие-то силы, причем какие-то под 6 тысяч. И у нас тут какие-то силы на ремонте, на перегруппировке стоят и на модернизации. В общем-то, так и было. Единственный момент, много-много торгов технологиями. Мы нашли какое-то место, за которое наши союзники давали по 3 миллиона. Поэтому вот этот вот список, это выкуплено все, что можно было, потому что больше у них просто ничего не было. И самое главное, мы выкупили развитие колонизации. И это оказалась очень крутая технология. Сейчас я до нее дорестаю. Вот эти вот штуки, они повышают приспособляемость к планете. И сейчас в очереди стоит улучшенная, континентальная. Это наш вид планет, потому что когда вот эту исследовали, получили очень хороший прирост по деньгам. То есть тут написано, что качество планеты на пятерочку всего меняется, но эта пятерочка дала прирост в 10 тысяч кредитов, или в чем тут меряются деньги. Вот, поэтому сейчас в очереди стоит вторая. Ну и оборонные базы. Это последний патч. В нем оборонные базы по технологиям сдвинуты на пораньше. Я их еще ни разу не видел, поэтому строю, поэтому исследую этот космический бастион. Ну а тут просто какая-то нереально долгая технология. Мы ее частично выкупили, частично украли. Будем сейчас апгрейдить свои корабли, потому что я делаю их больше, 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 но противник тоже успевает сделать их больше, больше, больше. Не удается отбить колонии. А здесь у нас это комп что-то начал делать. Оно частично тоже исследовалось, поэтому я не стал убирать. Такс. Что у нас еще интересного? Ну, колонию покажу, значит, она стала, сейчас уже стала давать меньше. В какой-то момент она давала 25, именно за счет того, что увеличилось качество. И еще рейтинг, репутация. Репутация тоже немножко подрастала, тоже давала денег. Кроме того, кроме вот этих вот людей, нашли еще одних людей, с ними тоже у нас сейчас близкие союзные отношения, мы с ними торгуем, меняемся картами, у нас оборонный союз. У нас по условиям победы нужно сделать прочный оборонный союз какой-то. Не получается. Вот первая строчка здесь, где 25%, написано, имейте самый, ну, большее количество оборонных соглашений в галактике. У нас уже прогресс 100%. Мы имеем их два, это больше всех, поэтому эту задачу мы выполнили. По планетам, по континентальным, всего одна, это 7%. Так что планет континентальных еще надо нахапывать. Ну и всеми другими вещами тоже еще надо заниматься. Просто по оборонке готово. Поэтому мы на четвертом с конца месте. Ладно, возвращаемся. Значит, в этой серии что мы будем делать? Будем делать то же самое. Строить флот свой. И, кстати, я разобрался, как его быстро относительно собирать с помощью чертежей. Не чертежей, шаблонов из тех кораблей, которые есть, но работает через раз. То есть иногда нажимаешь собрать из существующих кораблей по шаблону, делается прям нормально, иногда не очень, но это быстрее, чем я делал раньше, когда я разбирал, потом шел сюда и начинал то что-то куда-то объединять. Сейчас уже я такой фигней не занимаюсь, поэтому с флотами работает чуть быстрее. А у нас сейчас три флота. Это наш флот вторжения, забитый под завязку. Нет, не под завязку, 10 тысяч еще нету на нем бойцов. Сила 2000. Та колония, которую мы хотим, она там где-то двух удержит.
Нет, не держит. Они вывели куда-то своих бойцов. Вообще не осталось. Либо у нас разведданные просто устарели. Но в момент атаки была двуха, поэтому надо исходить из того, что там двуха. Но мы получим 25% за блокаду космоса. Так что можно считать, что у нас где-то 2 500. Поэтому можно. Но проблема в том, что вот тут 5 300. И вот я еще заметил флот на 2 600. То есть тут на восьмерик. А у нас все наши флоты. И вон, кстати, еще тут больше 8 тысяч. И вот еще кто-то подтягивается. То есть у нас есть флот на десятку. Но я уже атаковал. Так, ну, кстати, можно старт, на самом деле, нажать. А уже атаковал флотом таким. И все равно не таким, а флотом, который был сильнее противника. И все равно мы огребаем. У него какие-то корабли более качественные, лучше вооруженные. Поэтому они нас прожимают постоянно. И вот оборонный флот. Он просто тусуется на орбите. Вот тоже подремонтируем и охраняет. Потому что как раз он и спас нашу колонию, когда прорвался сюда вражеский флот вторжения. Высадку он не успел сделать, его нормально поддубасили. Так, комп предлагает опять строить какие-то колонии. Можно заглянуть, посмотреть, но в прошлый раз я смотрел, ничего хорошего не было. Осис-4, убогая наглухо планета. Она будет сильно минусовой всегда, пока мы не изучим под нее колонизацию, но все равно она не сильно лучше станет. Осис-5, Depulsion, это то, что мы выкупили, технологии у своих союзников, можем теперь колонизировать, но она тоже сильно убогая. Так, эти хотят карты меняться, нет, не будем. Еще хуже, чем вот это, поэтому можно, конечно, их взять, просто поставить космопорты, но у нас минус пятнаха, как бы не хочется, не хочется все. Вот хорошая планета, вот хорошая планета, вот хорошая планета, но чертовски далеко. Мне писали там в комментариях, что в настройках старта игры можно дистанцию колонизации указать, но, ну, во-первых, уже этот старт давно прошел до того, как те комментарии появились, а во-вторых, ну, я не сторонник облегчать стандартные условия, на которых игра стартует. Я все-таки считаю, что разработчики делают игры сбалансировано, в которых можно выиграть без всяких там ухищрений. Как мне писали там про Хайфрид, что надо строить эти бронекубы, иначе не выиграть ни за что никогда. Да нет, можно. Так, а чего наш оборонный флот не нападает? Так будешь нападать, нет? Не факт. Ну ладно, займемся вот этими ребятами, как только наш все отремонтировался, 32-й флот. Сейчас попробуем провести тогда модернизацию еще, чтобы он стал еще мощнее. И попробуем провести новую атаку, чтобы выбить все-таки противника сначала из вот этой колонии, хотя бы из вот этой колонии. Потом попробуем там. Может быть, у нас будут уже дефенсные базы. Кстати, тут же можно, наверное, подкупить. Я не туда нажал, что ли? Вот, 67 тысяч. А у нас... Сколько у нас? У нас 800. Ну вот, можно ускорить тогда эту технологию. Порезче пусть будет. Дефенсные базы 5 лет. Ну, посмотрим. Посмотрим, может быть, базы тоже изучим, чтобы здесь ее построить и удержать оборону в этот раз. Пробовал я еще рейдерским флотом обойти вот сюда, но тут тоже был флот 1000 на 2, а мой рейдерский флот пришел на полторашку, поэтому, естественно, ему пришлось тоже свалить. Но вот эти вот края мы зачистили от вражеских баз, тут только наши теперь все. Так, 3200, 5, уже девяточка, да, тоже он копит силы, 9800, было же больше, что-то не очень хорошо апнулись, посмотрим, что есть еще в военных технологиях, может, шпиончики подтянули что-нибудь ценное, но пока ничего не подтянули, ладно, вот эта вот пушка, будет пушка. Через год, правда, будет пушка. Это
Ничего не остается тогда. У тебя вот бомберы какие-то, перехватчики. Продвинутые перехватчики. Ну вот есть. Тут горят человечки. Это у нас потому что соглашение по науке. Мы получаем бонус за то, что они это изучают, все дело. Так, дефенсные базы 2. Улучшенные крейсеры. А у нас, значит, появились крейсеры, раз уже улучшенные. Так, ну-ка-сь-ка. Но тут все стоит в очереди на апгрейд, поэтому новые постройки. Вот здесь можно запустить, кстати. Фрегат эскорт. Мониторинговые базы. Дестройер. Вот, крейсера, да, есть крейсера по 20 тысяч. Ну давай, штуки 3 возьмем. 3 крейсера и изменим шаблон флота атакующего. А воткнем сюда 3 крейсера. Обнаружен 13-й флот вторжения, да? На станцию. Ну, вот тут наша станция, он ее периодически подлетает, гасит. Мы ему ответим. Так, а что же я четвертую скорость не включил до сих пор? Ответим ему, когда доберемся. Так, пиратов ждем нафиг. Седьмой флот. Ну, это все вон там происходит. Нам надо дождаться три крейсера. Во-первых. А во-вторых, полное переоснащение нашего флота. И потом уже можно будет о чем-то лететь, разговаривать там. Потому что до этого несколько уже попыток провалилось. И, конечно, счет по войне у нас просто адский. Хотя тут, если суммировать, тут не получается минус 500 тысяч. Но, видимо, по времени, из-за того, что тянется немножко, мы проигрываем. Хотя корабли мы больше набили. Бас он больше набил. Наземных сил мы больше набили. Ну, две колонии, наверное, за колонии, но как бы счет почему-то этот рос. Я сейчас перестал. Так, с крейсера. Давай, 32-й. Один из 500. Ну вот крейсер неплохо так накинул нам. Еще один крейсер готов. Тоже его добавляем. Ну, по одному можно и так добавлять. Так, ты не во флоте. Почему ты не во флоте? Давай в 32-й тоже. Вливайся, не смущайся. Так, тебя в 32-й добавляем. И 13 тысяч уже силы у нас. Так, что там хотят? Ничего хорошего не хотят. Так, вон пошел, 7-й флот отошел и 11-й флот отошел. Они пошли сносить наши ресурсные базы. 3-й флот остался один. Может быть, уже сейчас стоит... Так, сейчас посмотрим. Но у нас тут еще куча всего, поэтому нет. А лучше пока не рыпаться. Потому что это не весь флот. Половина стоит на верфи. И полетит он кусочком, прилетит он туда не полностью. Это плохая затея. Потому что тебе подтянутся, станет у него больше сил и... Снова придется отступать, снова придется ремонтировать. Поэтому лучше сейчас основательно подготовиться к этой атаке. Максимально хорошо. Так, ну и вот еще крейсер один улетел куда-то. Вернись, парень, ты нужен нам здесь.
пошел в патруль. Это, конечно, все хорошо. Он там много кого сможет порешать, раз он такой мощный. Но нет. Сейчас у нас задача поважнее. Выбить противника. Так, ну он еще пошел по всем окрестностям сносить наши станции. Комп сидел, не ерзал. Теперь заерзал. Очень плохо. С одной стороны. С другой стороны, это показывает, что все-таки комп тоже не такой уж и бестолочь. Пошел подрубать нам рисики. Так, ну что? Тут только гражданские. Хорошо, здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кораблей еще ждем. Хочется, конечно, прям дернуть. 8 на 13. Так, тут 8. У нас тут построена разведстанция. Я не знаю, правда, насколько она далеко видит. Так, 14 тысяч, да? Двенадцатый на 3. И еще там на 7. То есть тоже десятка где-то. Но тут он тоже довольно быстро все там отстраивает. Не знаю, не терпится, конечно, прыгнуть. Вот знать бы наверняка, что это 14 тысяч кораблей, которые в наличии. Хотя вот сейчас упало, значит, один, наверное, ушел на ремонт. Наверное, это в наличии сила, а не общая сила флота. То есть вот эти вот сейчас не учитываются, а когда они закончатся, наших будет больше. Тогда можно попытаться и сейчас влететь. Полетели, ладно. Так, входим в систему. Полетели, да, все, летят. Идет наш флот. Будем нападать сейчас. Надеюсь, в этот раз удастся. Это уже, наверное... Так, вот он вышел уже туда. Ну, вот он пошел по всем... Там разбивает, тут разбил и пошел туда разбивать дальше. Там мы ему снесли, он восстановил. Так, там 2500, тут 7000, тут 3,5. Но, видимо, действительно, он увел свой флот подальше. У нас здесь дистанция меньше, мы быстрее придем. Вот эти смогут подтянуться маленькие, но треху мы успеем раздубасить, скорее всего, до того, как подойдет его флот основной. И это хорошо. Почему-то один крейсер только летит. Остальные что-то не очень летят. Чего это за странная фигня? Нажал же отправить флот. Вместо флота прилетел один крейсер. Сейчас, во-первых, шорохом наведет. И эти могут двинуться заранее. Но мы в любом случае тут сейчас раньше них окажемся. Успеем подолбить. До того, как они вернутся. 3800. Космопорт тоже, как бы, с одной стороны, было бы неплохо раздубать, чтобы они тут не строились. С другой стороны, если захватим планету, он останется нам. Так, эти на месте. Ну, неплохо. Сейчас есть шанс разбить его по частям. Минус 590 уже стал. Но он опять бас надолбил наших. Зараза такая. Так, подходим к системе уже. Космопорт. И тыркнул паузу. Отправлю флот вторжения, наверное, следом. Куда-нибудь вот сюда, вот на краешке
Потому что если удастся сейчас его промять, много кораблей уже наших? Нет, еще не очень. Или много? Уже много. Промять, если удастся, то высадимся сразу. Так, атакуем 12-й флот. Высадимся сразу, захватим космопорт и сможем ремонтироваться прямо здесь, на базе. Тогда, когда он подтянет свои основные силы. Хотя этот стоит, еще и этот стоит. А мы уже здесь сможем ремонт провести и будем готовы их встречать. Так, начинает лагать игра снова. Пошел замес, да? Так, 14700. Пока без потерь. Ладно, придется отзумить, потому что не посмотришь. Так, ну 1000 снесли. Отлично. Пока нормально дубасим его. Пока дубасим, можно посмотреть, что в охране. В охране нифига нету. 17-й флот. Ближе подходи тогда. Две 300. Снесли 1000. Пока ничего не потеряли. Обнаружен 12-й флот его. Ага, идет. Он начал возвращаться. И этот начал возвращаться. И 13-й. Ну, в принципе, как предполагалось, что он начнет подтягивать эти силы обратно. Нам главное успеть раздубасить двенашку. Так, а тут еще 14-й на треху. Значит, и двенашка особо не долбится. А, наш 17-й уже тут. Да, уже тут. Давай тогда высаживаемся. Некуда телиться. Потому что сейчас придут флоты, его могут разнести нам просто наши корабли вторжения. Будет не очень хорошо. Здесь пошла выставка. Я не могу попасть в планету. Но мы уже ее захватили, на самом деле. 17-й флот, отходи пока что, потому что сейчас тут будет замес. Ни к чему тебе тут висеть. Туда вот уйди. Три тысячи. Еще один флот на 2600. Ну, много этих флотов. Я-то все в кучу собрал, чтобы выбить просто одним ударом. Так, а планета наша. Космопорт теперь наш, не наш. Нет, космопорт не наш. Уничтожен. Ладно, продолжаем тогда воевать. Я вот не вижу уже, куда делся тот флотец. А, вот он, 12-й флот. Такуем 11... О, 12-й флот тогда его. А, тут уже и 7-й, и 12-й. 7, 8 тысяч. Ну вот он подтянулся. Уже подтянулся. Седьмой. Седьмой был внизу, и там еще один внизу. На сколько? На полтора. И тут еще один. Тут мелкий совсем. Все силы, которые есть, они вот тут сейчас. 3300. Три триста, 1300 и 7. Это на 12, а у нас где-то на 14. Ну, надеюсь. Потому что если мы сейчас не продаем, придется отступать, то опять потеряем колонию. А у нас счет сразу на полляма подскочил. Так, пошло. Потек наш флот потихоньку. 7200. Его не очень потек. Там 1300 не падает. И тут.
Два корабля. Вы что не можете два корабля-то уничтожить? Объясните хоть мне. Так, давай-ка седьмой лучше атакуй тогда. Так, ну вот седьмой немножко подбили. Осталось там 6200. И там 7,5. Ну сейчас у него идут подкрепления. Вон 14-й пришел. Блин, 28-й что сдернуть. Давай 28-й в атаку. Как бы, конечно, кто не обошел нас. Пока мы сдернули свой оборонный флот. У нас 17-й останется там. Правда, он, конечно, такой не сильно боевой. Вот не очень, конечно, удобно сделано. Хотя, может, вот тут сейчас найду. Флоты, чтобы видеть урон. Приходится все время зумить, отзумить, чтобы приблизиться. Чтобы увидеть свои силы и его силы. Не всегда удается попасть в эти метки. Совсем близко их вообще становится не видно. Латы. Вот, зеленые флоты, все видно теперь, которые есть, да? Что-то туда-сюда они пропадают, только что были все. Теперь никого не видать опять. Ладно, у нас осталось 12 900. 14, 12. Пришел наш 28. Атакуй 14. Ты атакуй. Там он торчит еще один. Седьмой, все. Надо посмотреть, чтобы никто не крался к нам, в нашу столицу. Закончено исследование защитных станций. Вернемся на Осис тогда и построим там одну такую себе. 23 тысячи кредитов берем, строим, чтобы у нас была там защитная станция, раз там все флоты разошлись пока что. Треха. 6400, как будто вообще не пробиваем нифига. И тут 1300. Шестьсот разбили один корабль, видимо. Можно вот так совсем уже начинать лагать, поэтому остается наблюдать издалека только. И пока наблюдаем издалека, посмотрим еще раз вот эту историю. Базы все. Гравилексы и прочие создания, корабли и базы. Ну, вроде выбраны флоты, ну вот они. Но тут же появляется что-то другое. Две 814 потихонечку долбим. 5300, этот седьмой тоже долбим потихонечку, там было 7. 12-й что-то пока не долбим. У нас все уже повреждены. Но пока никто не отступает. Так, 5400, 5300. Вот давай-ка накинемся на 14-й, хотя бы один разобьем.
Ушел, что ли? Ладно, тогда продолжай седьмой дубасить. Ты накидывайся тогда на... А вот он, вот же он, 14-й. Ничего не поменялось. Так, ну замес идет. Долгая битва. 13-й не летит к нам. Никто не летит. Пока идет замес. Обсудим технологии какие-нибудь. Что у нас есть? Базы-базы. Так, ну вот мы нашли еще какую-то фиговину за 2,5 миллиона. И имеет смысл ею торгануть. А возьмем пустынные. Возьмем бластеры. Ультраоборону. Префабрикантные какие-то компоненты. Батл-крузеры однозначно возьмем. Такс. Галактическая дипломатия. Обойдемся. А, улучшенные десантные корабли заберем. Ледяную колонизацию заберем. Ну вот, продвинутую дипломатию возьмем тоже. И, наверное, уже не влезет. А не влазит дипломатия галактическая. Оставь ее себе, тогда я возьму деньгами. Тогда 100. Так, больше 100 тысяч у них и нету, к сожалению. Ну ладно. Как тебе такое? Пучком все, да? И сейчас пойдем со вторыми, торганем тем же самым. Раз эта штука такая ценная, значит, она нужна. Вот она, да, 2500. Хотя тут нечего взять. Тут не денег. Вот это вот, я не знаю, зачем это. И вот это тоже не очень знаю. Так что не будем с ним торговать. И у нас есть еще один союзник человеческий. А вот он. Так, нет, это не он. Вот-вот. А вот он. Обсудим с ним тогда. А он не хочет с нами. Он еще нас не настолько любит, чтобы у нас что-нибудь покупать. Жалко. Но, тем не менее, взяли опять кучу крутых технологий. Вернемся к нашей битве. Как она тут? Она не тут. Тут она проходит. Что-то не проходит. А где все корабли-то наши? Наши корабли, судя по всему... А, это опять не тут. Ё-моё. Вот она. Я думал, наши корабли уже отступили. Нет, мы продолжаем биться. Тут четвертачок у нас. Тут тренажкам. Идет атака на седьмой флот. Третий флот вторжения. Так, давайте-ка третий флот вторжения уничтожим, чтобы он не прорвался и не высадился. Давай-ка ты тоже на третий флот вторжения. Всеми силами. Его надо уничтожить. Здесь 1800 еще. Здесь половину снесли. А седьмой где? Седьмой, походу, куда-то отступил. Либо просто его метки не видать. Третий начал краснеть немножко. 1800. 1800. Это с трех кораблей у него. Что же за корабли такие? Но мы взяли технологию батл-крузеров, кстати говоря. Поэтому пока идет битва, мы сейчас себе таких построим. Ну, один хотя бы. Да посмотрим, что это вообще будет. Это не оно. Батлши 52 тысячи. Но у нас есть. Как бы. Сделаем два таких. И в шаблонах флота в атакующий флот добавим два. Все, ждем этих парней. Надеюсь, они прилетят тут и зарешают уже окончательно все. 13-3. Так, нет, 3, да, на 1000 уже просадили наш один флот. Ну вот, зато тут был 3, осталось 1200. Тут 1800. И седьмой вообще не вижу. Может быть, мы нормально в этот раз отдубасили.
Но битва не закончена. Битва не закончена, а серия уже затягивается. Поэтому я все делал пока что тормозном. А ты подпишись пока что на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой эпической битвы, в которой участвует так много флотов, так много кораблей. И все это за одну систему только. Пиши комментарий, ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока.